Как быстро растут детки. Кошечка Клара уже стала взрослой. С каждым днем жить в домашнем приюте Людмилы Чернецкой все веселей. Загуляла наша рыжая малышка Клара. Как быстро пролетело время. Не успели оглянуться, как наши деточки выросли. Друзья, нам очень нужна ваша помощь. У хозяйки сельского приюта подросли уже 5 кошек, которых женщина подобрала в том году. Их надо срочно стерилизовать. Беда в том, что Людмила Чернецкая совсем забыла, что у нее как раз подрос Сержик, которого она также спасла месяца где-то 3 назад. Так что у нас серьезная авария. Приютские это коты кастрированы, а про этого волонтер напрочь забыла. Маленький, а сегодня раз и сюрприз. 5 кошек и кот, это примерно 6 000 рублей. Плюс дорога, для нас это огромная сумма. Пожалуйста, помогите, пока все здоровы и нет котят. Надо срочно простерилизовать девочек. В процедуре стерилизации нуждаются следующие наши красавицы. Мелисса, пушистая кошечка, если помните, которую женщина подобрала на заднем дворе своего приюта. Клара, которая единственная выжила от кошечки Сильвы. Ляля, уже как год. Снежка, наша белоснежная красавица. Буся, не так давно попавшая в приют. И вот еще Сержик, мальчик. Все они уже выросли, и если каждая принесет минимум по 3 котенка, это будет, мягко говоря, нехорошо. Пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь. Без нас вам не справиться. К сожалению, стерилизация – это самое необходимое в приюте. И это достаточно дорогая процедура, поэтому все упирается сейчас в средства.